Обвиняемая в убийстве троих мужчин, секретарь суда проведет за решеткой 11 лет, а ее подельник вдвое больше и в колонии строгого режима. Кроме того, они должны выплатить 3 миллиона родственникам потерпевших. Омский областной суд вынес приговор по громкому делу. Напомню, убийство произошло 3 июня прошлого года в малосемейке по улице Бородина. По версии следствия, подсудимые выпивали с соседями тремя молодыми людьми. В какой-то момент произошла ссора. Смоглюк и Астафьев, так зовут обвиняемых, разошлись по своим комнатам, но потом вернулись, чтобы расправиться с парнями. Уже спящим обидчикам они нанесли более 40 ударов ножом. Чтобы скрыть следы преступления, устроили пожар. За время расследования подельники не раз меняли свои показания, однако следователям все же удалось доказать их вину. Была проведена медико-криминалистическая экспертиза, в ходе которой было установлено, что ножом, которым пользовался Астафьев, нанесены ножевые ранения двум потерпевшим, и ножом, которым пользовалась Смоглюк, нанесено ножевое ранение, соответственно, одному из потерпевших. Кроме того, на одежде Астафьева, а именно на его олимпийке, были обнаружены следы крови одного из двух потерпевших.